В Екатеринбурге, в Верхесецком федеральном районном суде, судья Андрей Мурашов приговорил к пожизненному заточению 57-летнего уроженца Башкирии Фирдуса Рахимова, который ножом в сердце зарезал судью, да не просто судью, а заместителя председателя железнодорожного суда 33-летнюю Валентину Часову. И случилось это очень резонансное, взорвавшее Екатеринбург злодейство еще аж 31 августа 1994 года. А посадили убийцу судьи только сейчас, спустя почти 28 лет. Ну, то есть еще один злодей из лихих 90-х наказан. Впрочем, в жизни самого Фирдуса Рахимова после пожизненного приговора мало что поменялось. Дело в том, что он уже тянул пожизненный приговор за несколько разбоев, отягощенных убийствами. И он сидел в зоне особого режима номер 6 в Оренбургской области, больше известной как «Черный дельфин». За убийство судьи Валентины Часовой судья выписал ему 9 лет неволи, но с учетом уже имевшегося у него пожизненного срока, по совокупности приговоров получился, естественно, пожизненный приговор. Но давайте вернемся в далекий 1994 год и вспомним, собственно, само злодейство. Вечером 31 августа судья Валентина Часова возвращалась из Верхневенска на электричке в Екатеринбург. Была она, разумеется, не в судейской мантии, а в штатском белье. Она вышла на станции ВИС и по тропинке пошла на остановку общественного транспорта в сторону улицы Черепанова. В 50 метрах от платформы ее подкараулил Рахимов с ножом наперевес. Отвел судью в кусты, хотя он не знал, что это судья, и потребовал деньги. Валентина Часова оказала сопротивление, брызнула в разбойника газом из баллончика и закричала «На помощь!». Рахимов испугался, что женщина сможет удрать и впоследствии его опознать, и, как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, нанес ей один удар ножом в грудь слева и удрал. Валентина Часова умерла через 2 часа в больнице от ранения в сердце и острой кровопотери. Понятно, что даже для лихих 90-х, когда убивали регулярно, это преступление стало резонансным. На поиски убийцы судьи были брошены лучшие силы милиции и прокуратуры. СКР тогда еще не существовало. И в итоге 7 апреля 1995 года сыщики выловили 26-летнего бича Валерия Панова и вменили ему это убийство. И даже довели дело до суда. Процесс начался 30 сентября 1996 года, а давайте-ка тряхнем стариной и посмотрим кусок репортажа ТАУ четверть вековой давности. Сегодня в 11 часов 15 минут в помещении Свердловского областного суда под председательством судьи Паденко начались слушания в судебном процессе по уголовному делу 26-летнего Валерия Сергеевича Панова. Бомж Панов свою вину с самого начала категорически отрицал, и в итоге процесс над ним завершился тем, что судья отправила дело на дослед. И вину Валерия Панова доказать не удалось. Его, естественно, отпустили домой, а убийство судьи превратилось в висяк. Но шли годы. По указу президента России Владимира Путина был создан СКР, в том числе и в наших широтах. И в нашем СУ СКР появился 4-й отдел по расследованию особо важных дел прошлых лет. Совместно с аналогичным отделом в ГУ МВД силовикам удалось с технической позиции 2022 года проанализировать старые материалы уголовного дела, вещдоки, ну, в общем, все, что наработало прежнее следствие, и по оконцовке удалось выйти на Фирдуса Рахимова, сидящего в черном дельфине. В общем, силовики использовали новейшие найти-технологии. В ходе принятия следствия следствием сопоставлялся субъективный портрет, который был составлен в 1994 году со слов очевидцев. С фотоизображением Рахимова, в личном деле Рахимова имелись фотографии 90-х годов, и, соответственно, сопоставление показало, что Рахимов на 90% похож на лицо, которое совершило преступление. Кроме того, в отношении Рахимова было проведено психофизическое исследование с использованием полиграфа, который показал причастность Рахимова к совершенному преступлению. И он свою вину в убийстве судьи признал, но частично. Дескать, изначально убивать молодую женщину он не хотел, только денежку попросил, а она ему в лицо из баллончика. И так в его жизни кончался практически каждый разбой. Хотел только денег, но приходилось убивать. За это Рахимов и получил пожизненный срок.